Всем привет! Сегодня я посадил своих подписчиков на яхту в Майнкрафте и отправил их на необитаемый остров, где их встретит очень много различных испытаний. И мобы, охотники, задания и много чего еще. Надеюсь, что после этого хотя бы кто-то в живых останется. Но перед тем, как мы начнем, не забываем ставить лайки и подписываться на канал, а мы начинаем. Первое задание — это вам нужно взять вот эти лодки, которые стоят рядом с яхтой, и доплыть до этого острова, потому что лодка неисправна, ее нужно отдать в ремонт. И первые три человека, которые доплывут до конца, смогут забрать себе бесплатно вон тот домик на дереве. Так, все уже плывут, я вижу, уже доплыли первые люди, быстрее забирайте себе домик на дереве. День идет. Три человека залезли в домик, можете закрыть его там. Там я слышу взрывы еще. Ого, там кто-то вообще в битву завязалось. Он лодку угнал у разбойника. Поехал дальше. Так, вот Кримсон. Все идут на остров. Так, первое задание, я как смотрю, выполнено. Все добрались до острова. И теперь второе задание. Вам нужно построить себе домики. Начинайте строить домики. У вас есть 5 минут, чтобы построить домики, после чего наступит ночь, и вас могут съесть там зомби. Время пошло, у вас есть 5 минут, чтобы построить домики. Так, стартовый... Кто это сделал? Нет! Нет! Чё за злодей здесь? А ну-ка! Так, кто здесь сидел? Кто здесь моими командными блоками игрался? Так, у вас у всех появились стартовые наборы, как я вижу. Там какой-то человек добрался до командных блоков, все активировал, всем дал побольше ресурсов. И быстренько оттуда сбежал. Я вижу, у нас люди начинают строить. Кто-то начал строить домик, кто-то поднялся наверх, чтобы построить дом там. Кто-то решил домик на дереве обустроить себе. Все пытаются построиться наверх или строят пол. Кто-то у нас под мост залез и там хочет выживать, что ли. Какой-то дрим. Да кто? Пять. Я не понял, что это такое? Как это понимать? Он что, кнопки сделал и все это сделал? Ужас. Кто здесь был? Через 3 минуты начнется ночь, на которой на вас нападут зомби, скелеты. О, кто-то сжег домик на дереве. За что? Так жестоко. Из этого дома все эвакуировались, потому что просто пожар. Давайте помогу потушить. Тут пытается спасти свой домик, бедный человек. Пожарный, чуть-чуть. Ну что, мы сейчас побудем в роли пожарных. Возьмем водичку и потушим еще. А, надо тушить. Ну, постарайся найти себе новое жилище. Он сейчас сгорит же просто. О. Кто-то вообще решил подводный дом сделать. На воде строят огромный дом. Так, что у нас происходит на острове? Кто-то решил обустроить манговое дерево. И этот кто-то у нас... кто это? Это мистер лягушка. Ты решил поселиться рядом с лягушками? Это любимое дерево лягушек, если ты знал. Да, ну реально, любимое дерево лягушек. Они только там живут. У тебя такой прикольный дом, есть дверь, второй этаж, верстак. А здесь у нас вообще кто-то крепость построил. Молодец, крутой вообще. Здесь у нас небольшой домик, в котором два человека живет. Круто, у них уже тут сундуки есть. Аксолочек и печенька. Крутые, давайте. Молодцы. Домик на дереве догорает, а он не расстраивается и строит еще один домик. Вот тут у нас пожар задел этот дом. Бедный гусь, гусь, ты сейчас сгоришь. Ого, Кримсон, Сондер, Арконус. А, Арконус не с ними, мне кажется. Но Сондер и Кримсон. Откуда у него алмазная броня? Я что-то не понял, это против правил. Все, молодец, давай выбрать. Здесь вы решили построить очень красивый такой стеклянный домик. Ты мастико дал. По центру поставили красивый шалкер, в котором сложили все необходимые вещи. Время выходит через 10 секунд. 10, 9, все прячьтесь в свои дома. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Следующее задание — это пережить эту первую ночь. На вас сейчас будут нападать зомби, скелеты, криперы. Спи, моя радость, ученик. Кто-то сделал себе кровать и лег спать. Здесь у нас сразу начинается заруба, все сразу начинают их обстреливать. Общими усилиями пытаются убить всех монстров сразу вообще. Ну что это такое, как к вам зомби зайдут? Хотя бы дверки были для них сделать. Так, началась первая ночь, вы выживаете. Я вижу, тут все стреляют из арбалетов, из луков, что у кого есть. И сразу пытаются уничтожить всех мобов, которые здесь находятся. Тут еще пытаются и друг друга убить в это же время. Одновременно по Кримсону и Сондору открывают огонь.
Вот этот пацанчик на самой высокой башне, ему вообще мобы не грозят, потому что он здесь просто сидит и все. Ай, зачем меня стреляешь? Все, вы что ли всех победили уже? Тут осталось только буквально два зомби, которые даже не знают, что им делать. Ничего не могут сделать. Слишком легко для вас это все оказалось. А это было третье задание, вы его успешно прошли, молодцы. Теперь давайте приступим к четвертому заданию. Это захват вот этого домика. Вы видите, вот здесь такой заброшенный домик. Вам нужно попасть в него, проникнуть и забрать все, что в нем есть. В нем вроде бы есть неплохие ресурсы. Люди сразу начинают все обутывать, и почему-то вы сразу деретесь друг с другом. Так, нормально, нормально. Ловушка не сработала, мост не подорвался. Кто-то там дом вообще построил. Так, все проникают внутрь. Вот здесь у нас проход, я вижу. Кто что хочет, забирает. Кто-то доски забирает, кто-то тут друг друга убивают, кто-то сундуки обутывает, кто-то других добивает. Ужас, что тут происходит. Я не думал, что вы будете настолько хорошо справляться со всеми заданиями. Я думал, вы там друг друга перемочите в первые же дни. Но здесь вы более-менее как-то распределились и решили не убивать сразу друг друга, а сохранить свои силы. И давайте приступим к более сложному заданию. Я вас сейчас всех помещу, можно сказать, в одно место, потому что прямо сейчас барьеры начнут сжиматься. Так, и у вас есть одна минута, чтобы пробраться к центру этого острова, потому что барьеры сжимаются. Скорее, так, я сейчас хочу посмотреть, где у нас тут барьеры вообще находятся. Так, вот барьеры, они потихоньку двигаются к вам. Вот барьеры сжимаются, я вижу, тут люди друг друга уже убивают. Так, все, барьеры сжались, и остался только этот остров. У нас здесь вообще полный хаос происходит. Кто-то разжигает огромные костры, и люди пытаются прятаться. Ладно, вы успешно пережили это испытание, остались у нас не так что и много хорошо вооруженных людей, потому что вы здесь всех друг друга перебили просто. Кто успел спрятаться, тот только вроде бы выжил. Сейчас я снова раздвигаю барьеры. Так, все, барьеры разжимаются, можете жить спокойно. О, тут какой-то челик закрыл себя паутиной и хочет спрятаться. Он сейчас вниз упадет. Ой-ой-ой. У вас есть 5 минут, чтобы построить снова-таки себе дом, после чего наступит опять-таки ночь, и я заспавню 100 криперов, 100 зомби, 100 скелетов. Это будет очень жестко. К тому же вас сейчас стало меньше, и шансы на ваше выживание должны быть тоже поменьше. Crimson Thunder, вы где? Ага, осталось только их хороший домик, а их вроде бы уже накрыли. Смотрите, почему бы вам бы не занять домик Crimson и Thunder? Он вроде бы компактный такой, неплохой, красивенький. Он здесь на берегу стоит. Уже прошла одна минута, я вижу, люди уже так стараются друг друга не убивать и строить себе нормальный дом. Забирают все, что осталось от некогда бывшей цивилизации, которая проживала здесь. Кто-то сделал шахту, в которую выбросил весь мусор. Люди забирают верстаки, пока могут. Но все равно здесь пытаются люди друг друга убить некоторые. Так, здесь у нас защитник крепости, что ли? Не знаю. А это что за огромный дом, интересно? В него вообще можно попасть? Так, в этом домике у нас кто-нибудь хотя бы живет? Нет, никого нет. А, все понятно, его уже захватывают. Ладно. У кого нету вещей, пытаются спрятаться наверху. У кого они есть, пытаются добыть еще больше. А почему вам бы просто вот в этот дом огромный залезть? Я нашел Кримсона и Сондера, они оба живы, что ли? Они тут бегают, собирают ресурсы. Так, лук кто-то нашел, броню собирают. Они здесь поселились в этом старинном домике. Ну ладно, живите. Тут у нас люди, я вижу, объединяются. Два человека с хорошими ресурсами построили себе небольшую крепость, то есть захватили ее. И просто ее караулит, чтобы никто ее не забрал. Вот этот человек у нас сидит в своей крутой крепости до сих пор, уже вторую ночь, что ли. Здесь у нас, как я помню, был человек. Ага, это тут уже какой-то другой захватил тут все. Прячьте все свои домики, потому что сейчас начнется вторая ночь, на которой вам будет не поспать хорошо. Давайте, идите, идите. Так, я вижу, все по своим домам уже разошлись. Я начинаю ночь. Сейчас я буду рандомно, в рандомных местах спавнить криперов, зомби и скелетов. Начнем с криперов. 10 криперов будет заспавнено здесь, как и 10 зомби и 10 скелетов. Так, сразу по ним начинают открывать огонь. Он такой сидит наверху, беспалевный, думает, да? Крипера поставлю, ну ладно. У нас здесь криперы пытаются достать этого человека. Что они между друг другом дерутся? Зачем?
Зомби напал на скелета, и они под водой там сидят, дерутся. Ну ладно. Все переплывают на эти острова, потому что здесь видят крутого фиолетового человечка, который смогут скушать. Они вас вообще не достают же, никого. Просто наверх поднялись все. Ну ладно, давайте я вот здесь сверху заспавню парочку скелетов, чтобы они могли по вам стрелять. Я спавню здесь скелетов, которые начинают обстреливать. Зачем они вниз прыгают? Ну ладно. Стреляет по злой бабульке, но здесь его прикрывает союзник. Откуда здесь фантомы появились? Ого, они как мощно с ними разбираются. О, один упал в воду, ну ничего, вы там тоже справитесь. Все, это были все мобы, которых я должен был сейчас заспавнить. Он просто такой стоит с цветочком такой, а все хорошо. Crimson Thunder, с вами ничего не происходит здесь, но вы строите красивую базу, молодцы. Злая бабулька у нас тут сидит, стреляет по какому-то другому человеку. Только что кого-то убила злая бабулька. Твоя бабулька убила какого-то человека, и здесь очень много вещей осталось. А вот этот дом, ой, что-то очень много вещей здесь только валяется. Так, ну и как я вижу, осталось где-то примерно тут 10 человек или даже меньше. Сейчас у нас будет финальный этап, в котором вы будете выживать от охотника. Охотником у нас будет Арконус, он уже подготовился. Это где? Идем, Арконус, охотиться на всех. Злая бабайка, лучше прячься. Ой, бабулька, ты всех... Вставайте на shift, прячьтесь, потому что Арконус сейчас пойдет за вами. Злая бабайка живет вместе с Аксолотлем. Давай. Даже не пытайтесь отбиваться от него, у него там все зачаровано слишком мощно. Давай, ты где? Вы меня просто не сможете убить, даже не пытайтесь. Так, можешь начинать свою охоту. Все, давай, выходи на охоту. Ого, вот это у тебя арбалет какой-то другой, не как у всех. Охотник выходит на охоту. Как бы это странно не было. Здесь я сразу вижу, в ночи никого вообще нету. Все спрятались по домам. Вам точно нужно выжить 3 минуты с охотником. Проверка, здесь никого нет. Время уже пошло, 3 минуты. Марконс, у тебя есть 3 минуты, чтобы всех найти. А, все, ты сразу же пошел, но и по тебе огонь открывает, сонда. Так, ты заходишь в старый дом, но мне кажется, в нем никого нету. Даже криперов бедных убиваешь. Ну и там наверху, не кажется, что там кто-то спрятался? Арконус поднимается наверх, и здесь никого нету. У тебя уже 2 минуты осталось. Я видел тут кого-то. Ну, а мои боки? Это Аксолотль, ты за что бедного Аксолотля убиваешь? Ну, видишь, он умирает без воды, дай ему воды. Нет, он умер. Ужас. Я буду самым жестоким. Я буду убивать этих Аксолотля, я буду убивать. Ты еще никого не нашел, уже столько времени нет, прошло. Пока... Да нет, тут просто скелеты отдыхают. Верен? Да. А кто это? А кто это у нас тут такой хорошенький, а? А как они здесь залезли? Они под островом, тут под островом есть озеро, они в этом озере спрятались. Я даже не подозревал, что они так спрятаться могут. Я их тут даже не видел. Я же найду вас. Здесь под островом уже больше никого нету. У тебя осталась 1 минута. Ну короче, если я никого не найду, то я устраиваю то, что хотел сделать. И в этом можно будет забить. Что ты хочешь устроить? Так, все, твое время вышло. Ты не... Кримсон, за что? Ты же уже... Сондра тоже. Все, кто выжили, поднимайтесь на поверхность. Если кто-то выжил, конечно. Так, я вижу, у нас тут Стив. Еще 2 человека в одной команде. Так, давайте. Давайте все внизу встретимся. Так, 1, 2, 3, 4, 5 людей выжило. Может, еще кто-то? 6! Нет, бедный человек. Давай, живи. Лягушка тоже выжил, что ли? Ого, молодец. Сейчас будет очень весело. У нас выжило 7 человек. Это очень круто. Вы сейчас вернетесь на катер. Все люди, которые выжили, плывите к катеру. Я вам сейчас открою здесь проход, и вы сможете уплыть отсюда. Ура! Ой. Давай, заходи в катер. Ай, что случилось? Не весело было. Плывите быстрее к катеру, плывите к катеру. Я всех поздравляю, что вы смогли выжить в этом сложном выживании, сложном челлендже. И думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за участие, жду вас в следующих челленджах. Аркон, спасибо тебе за эту карту. Спасибо, короче. Я что сказал? Бедные люди, которые находятся в этой комнате. Ай, зачем ты это сделал? Ну все, это уже не остров. Что с ним сделал? Кстати, вот другой интересный челлендж по Майнкрафту на моем канале. Ну а с вами был Геймс. Всем пока.